А, здрасте. А у нас тут продолжается City Skylines и наш городочек. Продолжаем мы вместе с вами развивать. Соответственно, в прошлой серии у нас отгрохался вот такой вот замечательный район. Его нужно до конца заселить. Если мы посмотрим на этапы, то через 600 жителей, ну когда у нас, короче, появится 600 жителей, у нас появятся новые зоны с высокой плотностью. В общем-то, вот это самое я и жду сейчас в первую очередь. Поэтому давайте не будем медлить, а начнем заселять этот райончик. И это произойдет довольно-таки быстро. Тем более у нас есть спрос на жилье. Да, не очень это удобно вот так вот делать, но ничего страшного. Можно было бы просто эту всю зону закрасить, но я криворукий, поэтому у меня плохо получится. Поэтому мы сделаем все через жопу, но сделаем, да. Еще у нас опять дождик пошел. Мне это не нравится. Чертовски не нравится. Давай, вот так вот, вот так вот. Во, вот это все есть. И остался только лишь центр. Сейчас оно тут все позаселяется. Будет здорово. Жители новые приедут, будут рады. Сейчас мы тут все обустроим, еще парков сунем. И посмотрим, в общем-то, что нам еще надо. Там у нас вроде как в конце прошлой серии уже просадки по электричеству намечались. Это мы дело тоже будем фиксить. Давайте вот так вот коммерции еще немножечко с двух сторон. Во, и нормально, мне нравится. Можно будет потом сюда вот небоскребы всунуть в серединку. Но ладно, мы не будем. Короче, тут у нас все есть, все заселено. Точнее, оно заселится со временем. Можно даже время ускорить, чтобы все было четенько. Давайте посмотрим по электричеству. Энергопотребление у нас на 4 мегаватта меньше, чем надо. В общем-то, мы можем уже всунуть нефтяную электростанцию на 120 мегаватт. Классная. Есть еще геотермальная электростанция. Она экологически чистая, но нам... В принципе, пофигу на экологичность. У нас здесь и так все плохо, поэтому всунем нефтяную. И сразу у нас 240 мегаватт. В общем-то, в ближайшее время просадок по электричеству мы наблюдать не будем. Далее, вода. По воде у нас все хорошо. По отходам. Использование свалок 79%. И да, скоро у нас будет утилизационный завод, который мы тоже всунем. Свалку. Давайте мы еще одну свалку жахнем. Вот сюда. Вот так вот. Пиздынь. Пускай будет. Тем более у нас одна полностью заполнена. Надо будет ее скоро освобождать уже. Так что по мусору все нормально. Далее у нас здравоохранение. И этот район ни капли не защищен. Но у нас уже есть большие больницы. Поэтому можно всунуть вот здесь вот в центре. Блин, она здоровая. Выглядит здесь так себе. Вот это поменьше. Можно вот эту всунуть, в принципе. И будет нормально. Давайте вот так вот сделаем. Бздынь. И даже счастливы те, кто в другом районе находится. Туда это все дело тоже дотягивается. Далее ритуальные услуги. Крематорий появится у нас не скоро. Поэтому кладбище у нас здесь есть. Это тоже хорошо. Аварийные службы. Значит, пожарки. Давайте еще одну маленькую пожарку вот сюда вот вкрячем. И у нас, кстати, теперь 6500 жителей. Теперь у нас город. И это хорошо. Но чуть попозже мы к этому вернем. Пожарную станцию хотел. Вот, давайте вот такую вот, прямо вот сюда. И, в принципе, они доберутся. И даже как-то у нас покрылась наша промышленная зона, промышленный райончик. Так что все хорошо. По поводу бункеров. Кстати, у нас уже большой бункер, большое убежище доступно. Надо его куда-нибудь всунуть. Я думаю, что не знаю даже куда, чтобы он весь район это зацепил. Там много места. Сколько там места, кстати? 10 тысяч людей он может все вместить. Значит, надо где-то в центре города. Ну вот, неплохое место. В принципе, всех вместит с этого района. Нормально, доберутся. Не проблема. Кстати, большая радиомачта нам доступна. Ее тоже можно вкрячить. И я собирался, а здесь она хер станет. Я понял. Значит, ставим маленькую по центру. Я думаю, это хорошее место для нее. У большой ножки длинные. В общем-то, у нас все вроде как покрыто. Если что, люди узнают о каком-то бедствии и смогут спрятаться. Молодцы. Датчик землетрясений можно, кстати, тоже куда-нибудь поставить. Всего 3500 он стоит. И давайте с расчетом на то, куда мы будем дальше развиваться. В воде его поставить нельзя. Но его можно всунуть вот сюда, например. Потому что я планирую вот эту именно клеточку взять. Следующий. И здесь отгрохать район с высокой плотностью. Кстати, сегодня мы этим займемся. Давайте, в принципе, датчик землетрясения вот максимально сюда к воде поставим. Вот сюда. И все, жители будут счастливы. Жителям пофигу. Но, в общем-то, если здесь будет землетрясение, то мы об этом тоже узнаем. Далее, буйки цунами. В принципе, смысла в них, наверное, особых нету. Вряд ли здесь будет какой-то цунами из этих маленьких речушек, поэтому нахер. Метеорадиолокатор, кстати, тоже 25 тысяч за раз стоит. Много. Но метеориты, знаете ли... А, это для погодных условий, да. Погоду. Грозы...
страшные нам, наверное, не сильно страшны, 25 тысяч, поэтому нахер. А вот обнаружение метеоритов нам надо. Поэтому эту штуку мы поставим, и знаете куда? Надо какое-то красивое место поставить. Кстати, можно и в этот круг и вместить, или нельзя? Наверное, нельзя. Я понимаю, что можно эту мачту убрать. Не мачту, вышку. Ну да ладно. Такс, куда бы ее жахнуть-то? Можно здесь, в принципе, на въезде промышленную зону, пускай здесь стоит. В общем-то, если будет падать метеорит, мы будем немножко точнее об этом знать, немножко заранее, и сможем успеть спрятать всех наших жителей. С этим есть, с этим все понятно. Далее у нас идет полиция, и, соответственно, нужен еще полицейский участок, вот здесь вот маленький какой-нибудь, поэтому его всунем. Что у нас здесь еще есть? Главное управление, это неинтересно. Тюрьма, ну, пока что она нам не сильно нужна. И депо полицейских вертолетов. Вертолетов пока что нам тоже не сильно надо. Да и тем более стоит дорого. Образование. Образование — это важно. Соответственно, у нас нам нужны школы начальные, и возможно их даже нужно будет поставить две. И давайте, наверное, даже две разных поставим. Одну давайте, да, у них охват так себе. Давайте вот сюда вот одну всунем и маленькую вот сюда. Вот, тоже нормальное место. Я думаю, сюда людишки как-нибудь доберутся. В общем-то, места хватает. Далее, по высшим школам тоже мест хватает. Охват, в принципе, есть. Все нормально. Университет. Университет нам уже, кстати, доступен. Я вот не знаю, университет или кампус. Тут еще много всяких зданий. Институт современных технологий. 90 тысяч, падла, стоит. Высшая школа искусств, это понятно. Районная школа, публичная библиотека. Библиотеку, кстати, тоже неплохо было бы всунуть. Вот такой университет мне, кстати, больше нравится. Меньше места занимает. Но зона покрытия у него, я бы сказал, тоже так себе. Наверное, университет давайте мы всунем уже в новый город. Хотя, может, и не помешало бы два университета. Хрен его знает. Можно его сюда вот всунуть, и весь район этот покроется. Или не надо? Ладно, пока не будем. Соответственно, общественный транспорт. Пока что особо сильной нужды, наверное, нету. Мы этим уже как-нибудь займем в следующий раз. А вот всунуть сюда пару парков очень сильно не помешало бы. Кстати, о тропинках. Я забыл совсем про тропинки. Как я мог? Давайте немножко посоединяем все здесь дорожками. Мне почему-то хочется. Можно даже взять кривые дорожки. Сейчас пару домиков придется снести. Но я думаю, это небольшая проблема. Правда, даже не знаю, где соединять. Или прямыми. Нет, давайте прямыми. Вот такое вот соединение будет. Домики новые вырастут, это не проблема. Хотя постараемся, конечно, с меньшими потерями это все сделать. Давайте вот отсюда проведем. Ну, придется, да, снести два домика. Но тоже надо соединение такое обязательно сделать, чтобы им было более-менее удобно, чтобы круголей не делать. К этому кругу можно еще вот, в принципе, тоже домики не сильно большие. И вот так вот дорожку провести, пускай будет. Вот здесь вот соединение тоже так себе. Знаете, им проще будет в школу ходить. Место уже занято. Да врешь ты мне. А, потому что у нас здесь школа. Понятно. Или не школа, что-то у нас там, короче, стоит. Давайте вот так вот такую дорожку тут же сделаем. Вот здесь тоже соединение надо какие-то обязательно придумать. Я думаю, вот так вот пойдет вполне себе. И с этой стороны можно, кстати, вот, чтобы меньшими потерями обойтись, вот так вот это все дело продлить, тоже будет вполне себе симпатично. Чтобы отсюда было проще добраться в нашу больничку, тоже имеет смысл сделать соединение вот такое. Такие вот тротуарчики. И здесь тоже имеет смысл. Только здесь, наверное, мы сделаем уже точно кривую. Как-то вот так вот. Сдынь. И нормально. Красиво. Мне нравится. Вот здесь тоже нужны соединения будут обязательно. Я думаю, мы их сделаем вот здесь вот. Вот так вот соединим. Да, придется немножко выселять людей. Только заехали, уже мэр выселяет. Говорит, здесь дорожка будет. Мои рейтинги, наверное, из-за этого очень сильно попадут. Кстати, вот отсюда к больничке тоже неплохо было бы сделать дорожечку. Вот такую бздынь. И нормалды. Вроде как дорожками все обвязали, теперь люди могут без проблем ходить. Здорово. Но парки, да. Про парки я не закончил. Нужны парки в этом районе. И здесь их будет ставить относительно тяжело. Потому что... Ладно, будем строить. В общем-то, давайте. Один сюда, вот такую маленькую. Парк с надувным замком. Пускай будет. Карусельку надо куда-нибудь впихнуть тоже. Она маленькая. Давайте, вот здесь каруселька будет. Надо, чтобы все было четенько покрыто. Остров рыболовов. Требуется береговая линия. У нас пока что нет. Хотя вообще у нас есть береговая линия. Кстати, можно вот сюда его поставить. Правда, здесь грязная вода, наверное, течет. Нет, здесь у нас чистая вода течет. Поэтому можно сюда, в принципе, вкрячить. Почему бы и нет? Давайте вкрячу. Мне нравится. Только здесь надо соединить это все дело с дорогой. И, в принципе, давайте соединим. Возьмем обычную, знаете, такую проселочную дорогу, самую простую. Вот отсюда мы ее выведем. Только давайте ее тоже кривой сделаем. Не знаю почему, но хочется сделать ее кривой. И закруглением. Как-то вот так вот.
Да, вот так вот мне определенно нравится. Я только не понимаю, как оно должно соединяться. Оно должно быть рядом с дорогой. Это я понимаю. Он мне даже пишет об этом. Множество проблем, не проложена дорога. И она как бы здесь нигде не привязывается. Или дорога просто должна здесь проходить каким-то образом. Да, она просто должна здесь рядом проходить. Ну и ладно. И электричество надо сюда еще протянуть. Это, в принципе, тоже особо не проблема. Тем более у нас здесь рядом вон эти линии высоковольтных передач идут. Давайте вот от этой, вот так вот мы это сделаем. И все, теперь здесь есть электричество. Здесь же есть электричество. Не хватает электроэнергии. Да что ж такое-то? Все, хватает. Не сразу просто раздуплилось. Во, это есть. Рыболовный парк тоже построили. Пускай, в общем-то, людишки рыбачат. Хотя, кто сюда будет ходить, хрен его знает. Ну, потом посмотрим, если не забудем. А мы возвращаемся к паркам, которые у нас в этом городе должны стоять. Нужно больше парков. Площадка для пикника. Кстати, тоже довольно-таки хорошее дело сходить на пикник. Давайте вот здесь около леса, между магазинчиков, чтобы рядом купили себе поесть что-нибудь на пикничок, шашлычок и так далее. Чтобы все было четенько. Это есть. Обычный парк. Давайте тоже его всунем. И, блин, как он здоровый. Можно, в принципе, его вот сюда всунуть. Я здесь вокруг хочу еще деревьями все засадить. Это будет чуть попозже. Так, здесь у нас все покрыто. У нас еще, скажем так, один угол такой нехороший остался. Можно здесь на углу тоже в лес что-нибудь сделать. Вот так вот. Бздынь. И готово. Вроде как все счастливы, да? Вот здесь не все счастливы. Ботанический сад. Кстати, тоже хорошая идея. Можно поставить и ботанический сад. Пускай будет. Вот. Так что парки есть. И вроде как... Нет, не все счастливы, еще сюда что-нибудь надо. Ладно, сейчас сунем, не проблема. Японский сад у нас уже есть такой. Тропический сад. Вот тропического сада у нас нету, поэтому можно всунуть вот сюда тропический сад. У него зона действия прям вообще от слова ни о чем, да. Ну ладно, пускай будет. С этим мы разобрались, с этим у нас все хорошо. Райончик развивается, будет потиху прокачиваться. И здесь у нас, в принципе, тоже все хорошо. Уже домики 5 уровня начинают расти. Хотя они не везде еще 4, ну да ладно. Давайте посмотрим, что я хотел посмотреть. Пробки. Пробок у нас как таковых нету. Небольшие заторы здесь бывают, но от этого никуда не деться. Вот здесь у нас пробка все время. Здесь еще пешеходный переход. И они все отсюда уезжают налево. Направо пока никто не уезжает. В принципе, это дело можно немножко пофиксить. Взять вот этот вот перекресток и сделать так, чтобы с правой полосы они тоже уезжали сюда. То есть они и с левой полосы будут уезжать, и с правой полосы будут уезжать. Только давайте, наверное, с правой полосы они будут уезжать в крайнюю правую, чтобы не было никаких пересечений. Ну и если вдруг кому-то понадобится, то давайте, чтобы они сюда тоже могли уезжать, если вдруг кому понадобится. А так у нас налево здесь больше трафика уходит. Здесь тоже пробочка какая-то образуется. А куда эти все люди идут? Расскажите мне, пожалуйста. Образованный подросток. Место жительства, учится в средней школе, направляется на учебу. Много людей у нас пешком ходит. И это, знаете ли, такое себе. Я еще думаю, что надо соединить тропинками. Вот здесь вот тропинкой соединить хотя бы, чтобы люди отсюда могли ходить. Хотя неплохо было бы, может, и дорогой соединить. Это, во-первых, разгрузит вот эту дорогу. А с другой стороны, не знаю, как здесь что будет. Почему они все пытаются в левый ряд уехать? Я же вам разрешил из правого поворачивать. Чего вы начинаете? Здесь же спокойно проезжают две машинки. Давайте, во-первых, сделаем здесь ограничение парковки, чтобы никто не парковался. Потому что такое место, знаете, нельзя здесь парковаться, да. Ограничение видов транспорта. Пока мы не будем здесь делать, других дорог нету. Можно запретить здесь перестроение. То есть, чтобы они ехали прям только прямо. Главное, чтобы в эту полосу теперь перестраивались нормально. Я просто не знаю, как это правильно работает. Но посмотрим, посмотрим. А, он сразу поворачивает во вторую полосу, в левую. Это не очень хорошо, ладно. Ладно, пока пускай будет так, потом посмотрим. А мы выиграли премию, награду «Самый привлекательный город». Вообще городок у нас неплохой, мне он нравится. Но тут какие-то проблемы. Недостаточно образованных работников. Нужны уже работнички с высшим образованием. Ну ничего, скоро такие появятся, мы же... А нет, мы же еще не всунули университет. Эх, беда, ой, беда. Ну да ладно. Соответственно, деревья. Блин, я забыл подключить мод, чтобы была кисть у деревьев, чтобы можно было просто этой кистью все заштриховать, поэтому мы не будем, я не хочу по одному дереву здесь все высаживать. В следующий раз у нас здесь пожар, что-то горит, или что-то собирается загореться. В здании пожар, да, здание загорелось, но твою ж мать, гори-гори ясно, чтобы не погасло.
Ну что, через сколько пожарные приедут, а? Пожарные приехали довольно-таки быстро, и они даже успеют, наверное, все потушить. Нормально. Пожарные тушат. Почему вы здесь разворачиваетесь? Мне кажется, здесь нельзя разворачиваться. Гаишников на вас нету. Ладно, возвращаемся в город. А, пришло время купить новую клеточку. Мы давно этого хотели, и мы возьмем вот эту. Хочу здесь район с высокой плотностью. Теперь мы можем здесь строить. Здесь он какие-то... А, это деревья. Это не камни, это деревья. Это место я не знаю почему, но очень хочу оставить. Поэтому давайте мы здесь тоже сделаем круг. И можно даже сделать шоссе, но оно, правда, шуметь будет, если там что-то будет. Ладно, двухполосная дорога, обычная. Можно даже с деревьями, раз нам это уже доступно. И да, эта хреновина будет не очень ровной, но мы постараемся... Ох, сейчас начнется. Как-то это все дело красиво огородить. Ни хрена у меня не получится. Красиво это все огородить. Придется сносить. Но хочется опять здесь сделать кружочек какой-то. Вот как у нас здесь вокруг кратера был. Вот вокруг кратера получилось. А вокруг камешков, не знаю. Точнее, это деревья. Какие-то японские деревяхи. Самый простой способ сделать круг, это сначала сделать перекресток. Чтобы были какие-то направляющие, чтобы было все ровненько. В принципе. А хотя... А давайте вообще здесь парк построим. Похер на вот эту вот фигню. Давайте построим здесь реально парк. Не знаю зачем, но хочу парк. Соответственно, сделаем просто для него какую-то зону определенную. Вот здесь у нас, кстати, земля плодородная. Можно всунуть сельское хозяйство, что мы и сделаем. И вот здесь можно. Но здесь мало места. И вот здесь, кстати, можно. Да, я знаю, что я хочу сделать. Смотрите, народ. Короче, идея. Делаем кривую вот такую дорогу. Во. С такой вот штукой. Как-то вот так. Это у нас будет центральный парк. Большая парковая зона. Вокруг нее, мы сейчас разметим, будет жилой квартал с высокой плотностью. А вот эти райончики будут у нас сельским хозяйством. Да, точняк. Только для начала надо сделать какой-то главный проспект. И это будет самым больным местом для нас. Сделать здесь четкую развязку. Я пару модов опять-таки забыл подключить, как бы. Дорожная анархия — это все хорошо, но этого мало. Можно сделать круг над шоссе. А может быть, давайте и сделаем. Попытаемся. Я не мастер развязок, поэтому уж извините меня за мою криворукость. Даже не знаю, с чего начать, а. Давайте вот на такой высоте разметим. Только нужна ровная дорога. Разметим вот такой вот круг. Нет, не пойдет, опять не то. Все не то и все не так. Надо его делать, во-первых, ближе вот сюда. Давайте от центра, смотрите. 560 в эту сторону. И 560 в эту, и ни хрена мы не можем сделать. Зато в обратную сторону можем. Отлично. В общем-то, есть вот такое вот соединение. Только оно, падло, кривое получилось. Все из-за того, что немножко под углом идет шоссе само. Можно его, в принципе-то, снести. А что у нас из готовых развязок есть? Я ни разу не ставил готовые развязки. Давайте посмотрим, что здесь есть. О, можно вот эту вот использовать, кстати, да? А может быть, давайте ее поставим. Или вот такой клевер вообще. Но, с другой стороны, нам толком-то ничего не надо. Блин, даже не знаю. Да, соединение и шоссе — это боль. Короче, я знаю, что мы делаем. Сегодня это будет выглядеть относительно криво. Уж извините. Оно у нас идет за делом на будущее, да. Потом переделаем. Короче, делаем вот такую вот пупуську. И с обратной стороны делаем точно такую же по длине. Вот так вот. Во. Слишком близко, блин, может еще... Хотя, с другой стороны, мы сейчас этих клеток можем взять. Сколько угодно. Или давайте вообще сами спроектируем развязку. Да, давайте сделаем сами. Не знаю зачем. Короче, хочу подземный съезд шоссе с этой стороны. Да, очень тяжело самому что-то делать, самому что-то придумывать. В общем-то, вот такой вот под землей сделаем съезд. Вспоминаем Евротрак Симулятор 2, да. И, соответственно, съезд идет вот отсюда. Вот так. Как его теперь соединить вот с тем? Это должна быть точно кривая какая-то дорожка. Как-то вот так вот он съезжает. Ну и давайте, ладно, полукруг тогда. Направляющая, дайся мне, пожалуйста. Уже ж падла. Во. Но это не та. Нет, это та. Черт. Как сделать подземный этот самый? Во. Да, у меня с дорогами здесь, видимо, явные проблемы. А, так я ровную и ставил. Что началось-то? Давай, направляющую мне, пожалуйста. Вот так вот. Вот такую. Делаем вот такой вот плавный поворот. Во, четенько. Съезжает вниз, и отлично. Не, надо сначала делать какую-то дорогу, да. Давайте у нас тоже здесь проспект будет. Сначала надо его как-то просто разметить, чтобы он просто был. Вот такой вот кусок. Черт, он под землей получился. Незадача. Нам его надо делать над землей. Вот такой. И, соответственно, вот эти съезды должны будут как-то примкнуть
к шоссе. Да. Далее, значит, этот съезд с шоссе, который мы только что забубенили, нам надо вывести из-под земли. Вот сюда. Вот сюда они будут выезжать. И, соответственно, отсюда они будут съезжать. Здесь они вместе встретятся и врежутся в эту дорогу, если можно так выразиться. По-моему, нормально, вполне. Давайте делать. Вот отсюда как-то так, и ни хрена это не работает, да? Почему ты не хочешь направо поворачивать? Ё-моё. Вот так вот было бы само то. Но, видимо, нет. О, вот так вот. Только вот последний момент. Во, вот так вот мне уже определенно нравится. Знаете, мы наоборот. У нас будет второстепенный съезд. Вот этот будет к нему примыкать, да. А это будет главный съезд. Поэтому давайте-ка он у нас будет вот сюда вот так вот въезжать. А вот этот нужно как-то соединить. О, нормально. Вот это мне уже более-менее нравится. Хотя тоже колхоз колхозом. Также из этого перекрестка должен выходить съезд в обе стороны. Поэтому давайте-ка мы пустим вот это дело под землю. Давайте под землей, в принципе, тоже сделаем просто прямую вот такую. Только надо делать еще ниже. Ладно, сейчас разберемся. Пока что вот так. И, соответственно, вот отсюда мы делаем спуск под землю. Во. Соответственно, они смогут проехать под землей вот здесь. Замечательно. И теперь все это дело надо закруглить. Можно даже просто кривой дорожкой. А что если сделать, что если их соединить? И правда, вот таким вот образом. Только оно не соединяется. А вот так соединяется. То есть они смогут даже разворачиваться. А отсюда, соответственно, сделать вот такой вот выезд. Только место уже занято. Освободите место. Во. И наверх вот так вот. Хоп. Ну и здесь будет не очень плавный, скажем так, поворот. Выезд на шоссе. Нормалды. Мне эта схема определенно нравится. Да, и конечно же вот отсюда тоже надо съехать как-то. Будет, в общем-то, вот такой вот прямая дорожка, да. Какая-то развязка прям колхоз-колхоз. Мне, скорее всего, я ее переделаю потом. Но сейчас так, меня на большее не хватило. То есть наши людишечки могут ехать с шоссе вот отсюда. Соответственно, дальше выехать на шоссе, если им очень сильно захочется. Но я не знаю, будут ли такие имбецилы. Могут заехать в город. Те, кто заезжает отсюда в город, тоже могут заехать в город. Те, кто выезжают из города, могут съехать на одну сторону и под землей на вторую. И если им очень сильно надо, они еще могут развернуться. Нормально. В общем-то, пока что пойдет. И вот он наш главный тогда проспект. И мы его продлим до самого парка. Вот так вот. Соответственно, вот здесь у нас будет район вокруг везде с гигантской жилой застройкой. Можно, в принципе, давайте, типа, знаете, прямые дорожки попускаем просто в стороны. Как-то вот сюда вот одну, вот сюда вот одну, вот сюда вот одну, вот сюда вот одну, и все. Ха. И, соответственно, от них уже узенькие дорожки. Будем вот такие вот тупички делать. Только давайте тоже сделаем что-нибудь кривое. Как-то вот так вот, как-то вот так вот, как-то вот так вот можно даже сделать. И последнее как-то вот так вот, да. Первый этап готов. Отсюда можно, соответственно, сделать вот сюда. И сделать даже ответвление вот так вот. Мне нравится, пойдет. Соответственно, здесь вот такая вот тупиковая пупуська будет. И отсюда пойдет вот в эту сторону. Давайте вот так вот. И можно это даже дело будет соединить. Почему бы и нет. И с этой вот стороны еще вот так вот тоже. Чтобы здесь тоже людишечки жили поближе к пляжу. Чтобы им было хорошо. Ну и, соответственно, вот это дело мы тоже здесь вот так вот соединим. И можно даже вот сюда одну дорожку будет вывести. А отсюда еще и вот сюда дорожку. О, как-то так. Давайте продлим все-таки вот это вот дело. Все безобразие. Вот сюда и вот сюда вот тоже это продлим. И оно выйдет вот так вот. А здесь мы тропинками посоединяем. Если что, там люди походить в парк смогут пешком. И нормально же будет, правильно? Можно тогда даже вот сюда вот небольшое ответвление сделать. Ну что, вот такой вот район у нас получился. Давайте размечать тогда. Соответственно, вот у нас будет сам район. Вот такой вот. Большой. Название тоже предлагайте в комментариях, если его еще не было предложено. Просто серии тут наперед немножко пишутся. Хотя спонсоры смотрят, но спонсоры нихера не предлагают. Враги вот такие вот. Во, вот такой вот район. Хелман Парк. Как раз здесь парк будет, да. Еще мы вот здесь вот район тоже разметим. Это у нас будет сельскохозяйственный, скажем так, участочек. Не знаю, здесь индустрия у нас будет или просто промышленная зона. Здесь как бы тоже неплохо было бы сделать. Давайте вот здесь у нас будет и промышленная зона, обычная такая, простенькая. Мы как-нибудь потом выведем сюда это все дело. А вот здесь мы индустрией займемся. Прям плотненько, да. Хотя надо будет тогда здесь индустрию делать. То есть это вот мы делаем сельскохозяйственным уклоном, а индустрия у нас
Где у нас индустрия? Область промышленного района, территория кампуса. А где это было? Я не помню. Ладно, тогда это, наверное, скорее всего, промышленная типа зона размечается, а район тогда размечать не надо. В общем-то, ладно, промышленная зона вот такая вот. Здесь у нас будет ну, здесь у нас плодородные земли, сами понимаете, да? Вот, а район мы тогда этот нахрен стираем? Как очистить? Кто знает. Вот так вот. Так вот мы это дело очищаем. Во, и оно вроде даже не пересекается. Как-то так. На этом, друзья, мы, наверное, закончим. Вот такой вот район у нас получился. Заселим его... А, парковая зона. Ё-моё, я ж совсем забыл. Пардон, я вас обманул. Парковая зона. Давайте вот по этой вот дорожке, в принципе, ее и разметим. Да, знаете, будет как центральный парк в Нью-Йорке. Вокруг будут большие здания с жилой застройкой. Правда, он не квадратный. Центральный парк в Нью-Йорке вроде как квадратный, да? Могу ошибаться, пардон. Ой, вообще неправильно сделал. Так, давай-ка ровненько, чтобы было все. Вот так вот закрашиваем. Строубери сады. Так себе название, надо будет обязательно другое придумывать. Вот, все закрашиваем. Вот такой вот у нас парк в форме какого-то, я не знаю. С одной стороны баба, с другой стороны какой-то дельфинчик с носиком получился. Пофигу. Вот, здесь мы всякие дорожки поразмечаем. В общем-то, это все уже в следующий раз. А вы же, друзья, пишите комментарии, не забывайте про лайкусики. И всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.